Волю Марії! Волю Марії! Свободу Марії! Свободу Марії! Волю Марії! Волю Марії! Волю Марії! Ми передамо вам звернення щодо звільнення Марії Варфоломія. Це людина арештована на сьогоднішній день, так звана ЛНР. Її засуджують на 15 років. Ми вимагаємо від гаранта наших прав та свобод, президента України, вирішити позицію Марії, її звільнення. Я працівник приймальні президента України, мальований Олег Валерійович. Олег Валерійович, ну тоді ми вам офіційно передаємо звернення від благодійної організації, від нашої спільноти, від громадськості щодо звільнення Марії Варфоломеєвої. Тобто от наше обращення, хочемо прийняти. А Мария Варфоломеева, она не одна там находится. Вы знаете, в лице Мария Марии Варфоломеевой, это посыл Мария Варфоломеева. Там очень много женщин, там очень много в плену наших ребят, которые после Дебальцева, в частности, сейчас находятся, на территории антрацита находятся, в селе Вишневое более 100 человек. Находятся наших ребят военных, которым 20 лет. Но это касается и всех пленных. Надо президенту передать, потому что сейчас они как-то не стали освобождать наших ребят. Вот мы матери военнослужащих. У нас, вот я возглавляю Союз матерей в захист. У нас очень много обращений матерей, которые ждут своих сыновей еще с сентября месяца. Все опустили руки почему-то. А президент Украины – это гарант конституционных прав граждан Украины. Надо, наверное, заставить СБУ, службы, чтобы они начали работать. Пусть не сидят вот здесь в кабинетах. Что у вас информация, пожалуйста, подавайте. Мы подаем. А бестолку это, понимаете, никто ничего не делает.